Запускаю Майнкрафт. Курс Forge. Огнем. Пускай. Ты чё? Ты закрыл мой курс Forge? Чё? Где мой курс Forge? Какой курс Forge? Вот, нашел я курс Forge этот. Сюда нажимаю Overwolf. Док, да, нашел. Курс. Вот он, вот здесь, вот где волк. Вот этот волк нажимаю. Док 5 апс курса Forge. И запускаю. И что запускаются. Вот курсы Forge. А то М7. Покажи, покажи тут картинку, а? Я потом тоже поиграю. Ну, вот она запустилась. Нет, там покажи, а, сюда, потом сюда. Ага, все, понял. Запускаем. 0.4.19 версия. АТМ7. Курсы Forge Minecraft. Сначала запускаю отсюда. Каким-то образом инициирую запуск моего лаунчера Майнкрафта. Лицензионная игра моя Майнкрафт. Лаунчер запустился с настройками. Запускаю лаунчер. Тут, кстати, Майнкрафт Легендс выйдет когда-то. Майнкрафт Легендс какой-то. А тут они... Я записываю видео, записываю. А ты видео сейчас будем записывать? Я видео и голос записываю. Вот если я нажимаю на эту анимацию, она получается, она реагирует, короче, живая. Живая анимация. Ладно, где мой Майнкрафт? Все, играю, АТМ7. Нажал. Поехали. Сейчас будет 5 минут запускаться или 10 минут даже. Запускаю секундомер. Что тут написано? Добро пожаловать в центры. Добро пожаловать в сеансы центра конференции. Ну, очень полезная вещь. Секундомер. Останавливаем. Запускаю заново. Ставлю на паузу запись видео. Пятнадцать минут прошло, пока загружалась игра. Вот мой секундомер. 15 минут. Так. Ну что, я не готов, но, наверное, никогда не буду готов. Я пойду в ад. Портал в ад. Зажигалку я не взял с собой. Какой кошмар. Если портал погаснет, то я погибну в портал. В аду. О, как прекрасен этот мир. Я в аду. Ой, вокруг монстры. Свино-человек какой-то. Так, мне нужен куст. Мертвый куст. Я точно не помню, где я его видел. Где-то я его видел. Моя задача — где-то его найти. Так, это искаженный кактус. Ой, на песок наступил. На песок нельзя наступать. Песок надо копать. Песок может обвалиться в лаву. И я вместе с ним могу провалиться. Ладно. Так, здесь кустов нет. Что, свинья? Противная. Ударишь меня? Будешь бить? Не дерется. Спокойненький. Так. Искаженный песок души. Ладно. Куда я пойду еще? Надо исследовать местность. А как я это буду делать? О, недержак. Пойду вперед. О, песок. А, скория.
Скорее. Так, что впереди? Впереди бездна. Бездна впереди. Что, ты меня атакуешь? Нет? Вас уже двое. Я поставлю забор. О, я забор убрал. А, нет, вот он. Калитка. Я поставлю калитку. Калитку. А теперь подлое нападение со спины. Оп. 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 Я убил двоих. Победил двоих. Как прекрасно. И у меня заканчивается еда. У меня осталось 8 гамбургеров. И ягоды. Ягод нету. Ой, меди. Сырая. Говядина. Непригодная к питанию. Так, что же делать? Спуститься надо как-то. Или прокопать в сторону чуть-чуть. А, я туда пойду. Какая разница, куда идти? Я не знаю, что я найду. Хаммер проспектор можно использовать. Я его ни разу не использовал. Сканер. Оп. Что я тут впереди вижу? Осмиум. И соулум. Эй, никакой пользы. Хаммер. Главное не провалиться и в лаву не попасть. Ох, лава вещь опасная. В аду. О! Солиум обещанный. Это что? Серебро. Серебро, серебро. О, проспирите какой-то. Проспирите. Свинец. Просперите. Просперите. Что такое просперить? Сейчас посмотрим. Ой, куда я попал. Дэйл. Переводится. Руда процветания. Ну, как бывает. Вот что придумали программисты. Разработчики мода. Вылагает, вылагает. Руда нижнего процветания. Что с ней делать? Оградишнс. Оградишнс. Как переводится оградишнс? Градации. Как называется? Мод называется градации. Мод называется градации. Где руда? Шард. Осколок. Агрикультура. Так, серебро убрать. Солом убрать. Скорее убрать. Песок искаженный души убрать. Так, все убираю в рюкзак. Иду дальше. Так, откуда я? Я еще с собой факела не взял. Прекрасно. В темноте ходить буду. Ни одного факела. Как я и сказал, я не готов. Магматический камень. И чего? И как мне теперь тут путешествовать? По миру. Сейчас эта свинья на меня нападет. Так, доски есть? Я немножко досок взял. Доски, доски, доски. Доски горят в аду, вообще-то. Надо было брать булыжник. Булыжник я не взял. Прекрасно. Не дурак использовать. Вообще не готов. Так. В лаву не упаду? Не знаю. А лестницу я взял с собой? Да, лестниц полно. Ну, буду так копать потихонечку.
по три блока ставить буду, спрыгивать и ставить лестницу. Надо подняться, внизу делать. Какая глубина сейчас у меня? 55 блоков. Но я в самом внизу, видимо. О, большой лавовый куб. Слизень. Оп, поставил лестницу теперь надо. Так, на меня может лава вылиться, если она сверху. Как быть? О, никель. Никель. Так, это магма. И что делать дальше? Не представляю. Так, поставлю сюда. А, пойду вверх. О! Просперите, просперите. Мистикал Аградишнс. Тут заблужусь я, в общем. Мне нужны сухие мертвые кусты, не забываю. Если будет лавой, я там сгорю сразу. Никель. Так. О, о, что это? Жаркий куст. Это не сухой куст. Ты елки-моталки. Именно, видимо, это я видел. Это не то, что мне нужно. Значит, воду срезал. Не срезается куст ножницами. А, трава. И трава не срезается. Ножницами не срезается. Либо надо железные ножницы. Либо ничего не поможет. На те раз. Значит, мне в ад за мертвым кустом не нужно. Так. Огонь можно тушить таким способом. Ну ладно. Пойду тогда я из ада, из ада. Как-то надо найти дорогу обратно теперь. Как-то надо найти обратный путь. Все в огне. Хоть газ-то нет. Золотая руда. А это кристалл резонации. Как его использовать? Это источник энергии, в общем, я знаю. Из него извлекается энергия. Возьму. Но пока я не научился извлекать энергию. О, вот здесь я поднимался. Спущусь. Свинец нужен? Да нет, не нужен сейчас. Что я с ним делать буду? Так, аккуратненько вниз. Надо бегать, значит, по... Так сказать, по... Overworld, по начальному измерению своему, и там искать. О, осьми вещь полезная. Что я так делаю? Я лучше возьму кувалду, опа, сразу все. Так вот. Вот так вот. Главное не провалиться и в лаву. Не залететь. Так. Где кирка? Кирка вещь полезная. Так, возвращаюсь. Лестница. Вот по этой лестнице я поднимался.
каким-то образом. Так, ладно. Все, из ада я убегаю. Так, стоп. Стоп, что это за свиньи? Поросенок. Надо его грохнуть. Пусть живет. Я тебе сейчас, гаденыш маленький. На тебе. На тебе. На тебе. Все. Одним поросенком меньше. Не-не-не. Туда еще пройду. Мадарак. Никель. Кварц. О, кварц нашел. Очень нужная вещь. В него можно делать всякие вещи. Много кварца. Как замечательно. Молотком. Так. Ну все. Погуляли. Надо факела где-то найти. С ножницами я, конечно, ого. Надо делать железные ножницы. Кого я вижу? Свинью. Свинью надо грохнуть. Свинью, сейчас тебя грохну. Оп! Вот тебе. Вот тебе. Ой, что-то я получил. Еще свинья. О, с золотым шлемом. О, как интересно. Как интересно. На тебе. На тебе. О! Золотой самородок подобрал. Gold nugget. Золотые ботинки. Вещь бесполезная. Но я ничего никогда не выбрасываю, мое правило. Ник, побежал я домой. Где дом-то? Ну там. Домой. Написано. Вот это я все выкапывал киркой. Кажется, это была из... Кирка из кремния, кремниевой киркой я все это выкапывал. Очень долго. Все, бегу домой. На свою первую базу. Что? Мне нужна еда. Железные ножницы. На всякий случай, если эти ножницы не будут работать. Если эти ножницы работать не будут, мои обсидиановые, нужно сделать на всякий случай. Это водяной тормоз у меня, чтобы я не разбивался с большой высоты. Так, значит, железные ножницы нужны. Ой. О, где я? Лестница, лестница. И с самого низа в самый верх. Всяких руд накопал за короткое время. Еще вверх. Да, до поверхности далеко. Обсидиановый меч с золотой оболочкой и алмазным наконечником. Урон 9 у меча. Какой прекрасный меч. Чиппинг, флексайбл, ай, непонятно. Так, а почему печка не работает? Ничего не жгет. Давай-ка уголь сделаем. Уголь на вес золота. Древесный. Древесный уголь на вес золота. Итак, каменный забор спрячу.
не там я его спрячу, не там я его прячу, каменный забор. Забор булыжника. Так, руда. И все. Кварц. Всякие магические камни, куда это сидеть? Не туда. Места для свинца нет. Вон так вот бывает. Так, что у меня тут из рудного? А, вот. Медная руда. Так. Ой. Все это непонятно. Все. Полный сумк всякого барахла. Какой-то осколок. Шард. О. И самородок. Так. Остальные. В эти сундуки. Всякие безелушки. Ну и это. Так, что у меня в сундуках лишнего? Так, тут ничего. Тут ничего лишнего нету. А, древний том. Древний том я выгружу. Так, убить что ли коров? А, мне не коровы убивать надо. Мне нужно морковку собрать и картошку собрать, чтобы я себе сделал говяжий суп. Больше. Он очень сытный. Морковка есть. Нужна пшеница теперь. А, пшеницу я не взял с собой. Картошка и пшеницу надо взять. Попробую найти у себя урожай. Вот пшеница. Сейчас соберу урожай. Собираем. Убираем урожай, пшеницу сначала, потом картошку, морковку. Надеюсь, побольше выросло там. Автоматизм можно сделать. Я могу сделать автоматическую ферму пшеницы без колонистов. Но она занимает много места. Большая высота фермы получается и большая ширина, ширина, длина, много места занимает. Поэтому я не делаю больше автоматических ферм с красным камнем. Опа, картошка не выросла. Жалко. А вот выросла. Но не вся. Убираем морковку, картошку. Как прекрасно, как прекрасно. Вкуснятина. Ой. Так. Да. Созрел, вылезает морковка из трав, из земли. Картошка тоже. Все. Весь урожай созревший. Все, что созрело, я добыл. Так, вот всякая. Еще расширить, что ли, огород не имеет смысла. У меня скоро фермы будут большие в колонии. Не имеет смысла здесь развиваться. Скоро колония, границ колонии скоро подойдет к границам моей первой базы. Вот этой. Берем хлопок. Ой, или шелк. Флакс. Флакс это... хлопок или шелк. Сейчас посмотрим переводчик. Чё? Flaxseed. Льняного. Лен. Флакс. Флакс. Лен. Я лен собираю. Синие цветочки можно превратить в краситель. Синий краситель очень нужная вещь.
Заполним сундук. И, ну что ж, так, рельс мне здесь нету с собой в рюкзаках. Нету. Где видишь? А, ладно, рельс. Рельсы здесь ресурс. Этих рельсов полно в этом Майнкрафте, в этом моде. Так, шумица. О, семечки. Заберу. Так, надо сделать уже из говядины суп. Классная вещь, суп из говядины. Главное не ошибиться с рецептом. А, мука. Мука нужна. Оп. Тут пшеница есть? Нету. Так, где у него говяжий суп? Чего не хватает? А, говядина. Говядина в рюкзаке. Сейчас будет говяжий суп. Beef stew. Оп, 26 тарелок говяжьего супа. Очень сытного. Еще более сытный, чем гамбургер. 28 единиц сытости. У гамбургера 5 ног, а у супа 7 ног. Что, Дима? Хорошо, через 20 минут уйду. Хорошо, сейчас поставлю будильник. Таймер 20 минут ставлю. 19 минут поставлю. И что ты? Как тут настраивается-то? 18. Не подписываем никак. Не будем подписывать. Сохраняем. Запускаем. Будет сигнал через 18 минут. Через 18 минут будет сигнал. Окей. Ага, хорошо. Так, морковку, картошку. Морковку и картошку оставшиеся я утащу туда, в колонию. Палки мне нужны, нет? А, чего они мне там нужны? Палок в колонии полно. О, таблички взять. Таблички возьму. О, ко мне котик пришел. Кот Тимофей. Так, морковки, картошки у меня с собой. Картошка. Золотое яблоко есть, я его нашел где-то. Ладно, пойду. О, ночь. Надо поспать. Надо поспать. Где моя кроватка? А, железные ножницы надо сделать. И пойти в большое путешествие. Зачем? За мертвым кустом. Ох, сколько я буду его искать. Это может быть займет целый час реального времени. И в какую сторону идти, я даже не представляю. Через город может пройти. Я еще город не обыскал. А, пойду на базу. Сделаю ножницы. Из железа. Так. Ножницы из железа. Пум-пум. Оп. Готовы. Далеко убирать не буду. Ладно, все уберу. Я не знаю, что делать. Что пригодится, не знаю. Ладно, все в рюкзак убираю. И уже иду гулять. Все, убираю рюкзак. Будь что будет. Готово, не готово. Побегу уже. А, какой-нибудь забор я взял с собой? Да, забор какой-то взял. Лестницу взял. Ну, была не была. А, постель. Серая постель у меня с собой была, я помню. Да, она у меня с собой и есть.
Пойду-ка я туда, в сторону своего старта. Старт игры был в той стороне у меня. Это я хорошо помню. Это я хорошо. Или в город пойти? Не, в город я не хочу. Там заблудиться можно. О, грибы. Так, что здесь? Забор. Забор я сломаю. Поставлю калитку. У меня калиток полно. Так, забор маленький, надо надстроить. Вот так вот. Ой, ошибка. Вот так. Пила. Все, пошел дальше. Я иду. В каком направлении я иду? Я иду на восток. Так, ищу сухой куст. Вообще, я, кажется, сухой куст видел на... Где-то там. Где-то на западе. А, еще мне нужен цветок такой. Какой-то цветок нужен. Я помню, как он выглядит. Но я не помню, как он называется. А, вот мой стартовый сундук. Я не знал, что делать с предметами, которые я... Но я их отсюда забрался. Что это? Зеленый лаймовый цветок. Почему бы не взять лаймовый цветочек? Высокий. Та-ра-ра. Трава не нужна. Мне нужен сухой куст и синий цветочек. О, океан. Вот террас. Впереди какой-то пиксель красный. Пойти что-нибудь по суше. А, поплыву я по океану. Почему бы и нет? В той стороне я не был. Сейчас я сделаю лодку дубовую. Из этого дуба замечательно. А, зачем из дуба-то? У меня же есть зелькова. Оп. Старый рецепт из самого раннего Майнкрафта. А, и запасную лодку надо обязательно сделать. Может быть, эта лодка разобьется или потеряется. Всякое бывает. Так, это мы уберем. Смородину красную уберем. Семена индустриальной конопли уберем. О, они, стена индузита. Ладно. Ставлю лодку на воду. О, какое это достижение. Что бы это означало? Слышу шипение паука. Пауки здесь в Майнкрафте умеют шипеть. И я с собой в факела не взял. Уголь есть? Уголь есть. Можно сделать факела. Палки есть? Палок нет. Не проблема совсем. Доски есть. А, ладно, из этого дуба я сделаю много палок и много факелов. Так. Факела вещь нужная. Сюда его. Теперь я буду ставить везде факелы. Так, координаты какие у меня? Ну, около нуля. Около нуля везде. Где-то пещера. Вон, поплыли. Вон какой остров интересный. Далеко плыть не надо. Так. А в болоте могут быть сухие кусты? Мертвые кусты. О! Какая-то постройка. Надо сюда зайти. Лагает. Генерируется мир. Не лагает. Я тут, наверное, не найду сухого куста. Shift нажимаю. Кнопку Shift. Спрыгиваю. Выпрыгиваю из лодки. А это что за цветок? Так, этот мне не нужен. О, дикий рис. Соберем. Дикий рис. А семена где?
Нет семян. Какие раз. Так, цветущая лилия написано. Больше нет цветущей линии. Дикий рис. Ну, видимо, его можно сажать. Так, и грязь. А это что такое? О, куст желтый какой-то, док баш. Сейчас проверим, протестируем мои обсидиановые ножницы. И что я получил? Получил вроде, да, состриг. А что? А. О! Какое-то существо непонятное. Убивать его я не буду. Вроде бы оно не враждебное. Так, ну где же сухой куст-то? Не, в этом биоме нет. Отсюда всякая растительность. Деревья. Дуб. Это дуб. Курица. Здравствуй, курица. Сухой куст. Есть! Я нашел то, что искал. Рискнуть? Нет, не буду рисковать. Я не знаю, будет ли это работать. И я возьму железные ножницы. Я знаю точно, что железные ножницы из Майнкрафта срежут этот куст. Все. Этот куст поможет мне. Это строительный материал для апгрейда моей таверны. Это все, что нужно было. Теперь нужно синий цветок найти. Как он выглядел-то? Нет. Помню, что он синий. А что еще? Что еще? Искать. Оп. Ну а теперь я испытаю обсидиановые ножницы. Да, работают. Значит, мертвый куст можно срезать и обсидиановыми. Обсидиановыми. А как это срезать? Лианы, как срезать? Лианы нельзя срезать, что ли? Можно срезать, хорошо. Лианы можно выращивать. Ага. Лианы есть. Так, срежу еще сухих кустов. Мертвые кусты надо срезать побольше. Раз уж я их нашел так удачно сразу, почти. И в аду побывал. Так, синий. А это что? Спанч? Губка? Нет. Это гнездо слизней. Пчела слизневая. Ой-ой, лучше не подходить. Интересно, из какого мода? Ага. Непонятно, из какого мода. Продуктив бис. Какой-то куст. Ой-ой, как все интересно. Как много всего нового. Перешел в новый биом какой-то. Свамп, болото. Биом, болото. Так, сухих кустов побольше. Так, найти бы мне сухой этот. О, это не вода, не нефть. Какая-то жидкость. Глина. Ну как же глину не собрать? Не могу же я мимо глины пройти. Где моя большая лопата? Оп. Собрал глину немножко. Эй, отлично. Ой, еще глина. Ну, как замечательно. Угу. Глину собрал. Так, ну стоп, поискать еще немножко синий цветочек. Чуть-чуть побегаю. Какой-то. Я по названию, я прочту название цветка и скажу, тот цветок или не тот. Так, пчела слизневая. Телепорт какой-то, что ли? А, не знаю, что это. Всякие кусты.
Yellow Dog. Что значит Yellow Dog? Yellow. Желтый. Желтый дог. Куст. А, щавеля. Это щавель. Желтый щавель. Мандрейк. Нет, не то. Мандрейк. Не то. Лианы. Ой, ой, не так сделал. Надо было ножницами. Лиана соберем. Так, травы у меня полно собранной, срезанной. Я ножницами срезал траву. Какое-то дерево синее. Так, я ищу синий цветок. Какой-то континент здесь у меня. Какой-то континент. Странный. О, Plains, равнина. Это другой биом. Другой биом. Так, надо меч в руку взять. Строение какое-то. Ой, ой, тут сокровища. И сражение. Построим-ка мы забор. Не успел. А, на меня нападают. Ну, я буду нападать из-за угла. Вот тебе, у меня броня. На тебе. На тебе. На тебе. Как много. Одного грохнул. А, убегаем, убегаем, убегаем. Блин, лагает, лагает, лагает. Передышка. На тебе. А, дурачок сам подошел. Да, да. Такие крепкие ребята. Меня стреляют. Ближний бой. Это мое. Манджейк. Слышь. О, мертвый куст. О, арбалет. Подобрал. Так, факела убрать. Факела убрать. Глину уберу. Землю уберу. Лилия уберу. Лиану уберу. Ночь наступила. Опять эти стражники. Ладно, я их добью. Тут сокровища. Ай-яй-яй. Лагает. Лаги, лаги. На тебе. Ага, стреляй, стреляй. Раз тебе, раз тебе, раз тебе. Нет! Не успел. Два, три. Четыре. Четыре, пять ударов. Еще кто-то ходит. На тебе. Как их много, целая банда. Ой, 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 ой. На тебе. Три удара. Знаете, знаете. О, это надо об... Так они что там, появляются что ли постоянно? Факел поставлю. Да, о, с флагом. Вот флаг. Нет, ну-ка сейчас мы выясним, кто здесь живет в этом теремочке. Лагает, слабый как ветер. Слабоватый. Зайду внутрь. Ой, я нашел. Надо осветить. Надо осветить. О, второй этаж. Ловушек нет. Не вижу ловушек. Нажимных пластин не вижу. Значит, ловушек нет. Так. О, еще можно вверх подняться. О, сундук. Сокровища. Сундук с сокровищами. Что же там внутри? Лук. Пшеница. Лен. Так, это дикое крыло.
Вортекс, пушка Вортекса. Дерево темного дуба. Книжка зачарованная. Так, все, мне пора закругляться. Картошку заберу. Всякий сжатый камень. Стрелы. Так, ладно, путешествие я заканчиваю. Еще бандиты. Так. Оптимус. Звук убираю. Save and quit. Где моя кнопочка F6?